такси место. Соль добывают. А вот и сольку перерабатывают. И сразу суп. Утренняя пробежка. Вот так. Ничего, видок. Солнце, правда, палит. Охуенно. Единственное, что отличает от бега в России, кроме солнца, то, что здесь очень много человек, очень много народ занимается спортом. Вот бежишь, не чувствуешь себя каким-то сверхчеловеком и полуспартанцем. Нет, тут многие занимаются, многие бегают. Но это, конечно, стимулирует. Не дает расслабиться и не дает забить хуй на спорт, несмотря на жару и, сука, опухоль от укола воды с под краном.